Всем привет, друзья, с вами Валёк, и мы продолжаем играть в Kerbal Space Program. Итак, начну я с того, что у меня случилась небольшая беда с игрой, конечно же. А точнее, с драйверами от игры. Почему от игры? От видеокарты. А новые драйвера оказались особо глюченными. И, собственно, выложилось это в того, что многие игры начали вылетать с критической ошибкой, либо Windows вылетал с критической ошибкой, прошу прощения. И фишка в том, что я переустановил драйвер. Я сначала думал, что все из-за модов, моей тонны модов, которые я мучился устанавливать вручную. Но нет, еще раз нет. Все оказалось из-за простого видеодрайвера от NVIDIA, который все испортил просто. Итак, моды я возобновил, карьеру возобновил, немножко прошел до того почти до того момента, до которого мы с вами остановились, и набрал немного науки, что у меня на данный момент изучен. Кстати, для особо ленивых, как я нашел очень интересную программу для КСП. Если читать по-русски, то это SCAN. А по-английски пишется C-K-A-N. Программа очень удобная для таких ленивых, как я. Просто в ее листе модов, там огромное количество модов, и все те, которые я хотел использовать, и теми, которые интересовался модами, все последние версии и в плюсах. Обновление. Она сама устанавливает программу в игру. Нам главное указать в списке галочку, какой мод нам нужен. Очень удобно. Если вам будет интересно, я могу в следующей серии сделать ссылку. Ну, либо через серию. Не знаю, сколько я сейчас запишу. Итак, вы главное в комментариях пишите, надо или вам, или не надо. Я сразу скину ссылку на скачивание этого файла. И программа сама обновляется. Очень удобно. Итак. Ну, старт он и в Африке старт. Кстати, тут уже что-то от Computer Fight. Kerbal Engineering System. А, ну и это я еще удобную программку поставил. Инженер я там. Так, это у нас с вами было открыто. General Rocketry. Такой хороший движок. LVT-45. Много жрет и так далее. Всякие бустеры, фигустеры. Для стабильности вещички. Для аэродинамики носики всякие. Обычное крыло. И декуплер радиальный. То, что надо. Итак, что? Heat Shield. Она нужна для вхождения в атмосферу, иначе корабль может, точнее модуль, может перегреться и сгореть, либо какие деталики тоже. Радиатор панель. Он нужен для перегрева, но чему сейчас перегреваться, если только, конечно, двигателем. Маленькие ножки. Парашют радиальный и сервис бэй. Я до сих пор не догнал, для чего оно нужно. И хит resistance service bay, ideal for protecting delicate instruments or strong and small service components such as RC tanks, batteries, etc. Что это? Не понял, что я прочел, ладно. И следующая наша цель — заработать на General Construction. Здесь уже идет, начинается мод KISS. То есть Kerbal Inventory Systems. Здесь мы можем строить вручную вне ангара, допустим, ту же самую базу, либо какой-нибудь простенький ровер, либо на орбите что-нибудь начинать строить. Главное все детали положить нужные, чтобы они, конечно, вместились в ящики, в контейнеры. Очень удобный мод, но мы с вами будем разбираться. Конечно же, aviation тоже нужная вещь. Много тестов надо проводить со всякими движками. Есть куча всяких миссий, движки, бустеры там и так далее, парашюты. Все это удобнее тестировать, если у нас надо какой-нибудь парашют на определенной высоте, на определенной скорости. Лучше использовать самолет. Они, как правило, дешевле.
Flight Control. Здесь у нас уже идет MacJab. Я буду его использовать на этой версии, на стадии, только чисто для инфопанели, чтобы там высота и все полезные параметры, да? Подвижное крыло. Smile Inline Reaction Wheel. Это наш SAS-модуль. SAS, короче, стабилизатор, да? И кокпит для самолета. Что тут еще? Тут, видите, уже куча деталек из модов. Всякие виды ядерных движков, с которыми нам с вами предстоит разобраться. Я не алло в них. С помощью вашей помощи. Или мы вместе будем ковыряться. Смотрите, ветка очень сильно увеличилась в этом плане. В плане исследований. Так что исследовать, не переследовать. И что тут еще? Вот это вот очень надо. Здесь появляется первый автоспутник, да? Стал стейпутник. Короче, бот. Батарейки. Термометр, это нужно для науки. Ну, панель радиаторная. И антенна. Вот такие вот дела. Итак, сейчас посмотрим, что у нас есть. Активные контракты один. Орбит Кербин. Я, по-моему, так не вышел, да, на орбиту. И set speed record of 200,5 метров в секунду. Это просто колоссальная скорость, которую нам придется. Надо взять миссию. Вот, кстати, ferry with safely to her destination. То есть надо прокатить какую-нибудь кербинца. Что тут есть? Два туриста. Еще два туриста. Take you flight below Nirvana's Adventure. Это контракт на то, что для исследования Кервина. Взять команду и в определенной локации, на определенной высоте сделать crew report. Ну, к сожалению, летательного аппарата долететь до определенного места на такой высоте у меня пока нет возможности сделать. Вот, кстати, тест. Тест от Rocomans. Rocomans, прошу прощения. Чуть не вижу, ни хера. Язык сломаешь. Тест Тампер. Короче, твердотопливные бустеры, ускорители. С ланч-сита. Со стартового стола, короче. To perform the test, activate the part. To start in sequence. Понятно. Нам надо, короче, тест самого бустера. На кербине и на столе запуска. Легкий тест. Ага, и все, два контракта. Так, и, конечно же, переходим к строительству ракеты. Кстати, когда строительство будет нудным, это сейчас пока я снимаю без монтажа. Бывает, когда дальше летишь на другие планеты, то не то, что строительство ракеты уходит много времени, а летишь очень много времени. Только тогда я начну монтаж этих видео, ускорение. Вот что, SpaceX Expand. Так, а что нам надо протестировать? Берем, короче, стандартный под. Вот Kerbal Engineer Redux заработал. Так. Далее. У меня, кстати, ангар еще не прокачанный, да? Далее, что мы делаем? Обязательно, я, как говорил, я не буду... Flight Unit, это что такое? Я не буду, как бы, сохранять, загружать. То есть, все как в реальности. Мы полетели, разбились, все, разбились. У нас карьера. Надо просто, думаю, стараться, не знаю, как-то улучшаться в плане инженерии. Ну да ладно.
Обязательно, если мы собираемся на орбиту, а я думаю, мы все-таки сейчас побьем рекорд скорости и где-нибудь. Вот. Head Shield обязательная вещь. Ну просто обязательно. Что я еще поставлю? А. Нет. Head Shield нужен. Где наука? Блин, уже весь запутался. Вот. Берем это Science Chair. Там какая-то фигулинка, и она собирает изучение. Кстати, графика немножко подуменьшила, просто у меня есть тестовые, так сказать, карьера тестовая. И я просто тестю. И огромные детальки, огромные корабли идут. О, лаги, дай боже, не советую. Так, антенку стоит, не стоит? Я думаю, стоит. Одну штуку. Нажимаю я на кнопочку X английскую, чтобы так делать. Поворачиваем на VASD, чтобы медленно, по чуть-чуть поворачивать. W, тоже Shift. Держим Shift и вот так вот. Двигаем. Можно вручную с помощью вот этой панельки. Делать все. Короче, как угодно, так и ставим детальки. Парашют должен выдержать. Но на всякий случай, я думаю, стоит поставить еще один. Два. Один. Два. Можно сделать еще проще, можно поставить ножки, они немножко смягчат падение. Вот. Штуки три, да? Так вот, сейчас мы приглядимся. Вот так вот. Как бы подсмягчат наше падение. Так, что из Science у нас? Computer Flight Unit. А, это от Engineering Systems. Ну, я думаю, не буду заморачиваться. Pathfinder. Кстати, я планирую строительство баз на той же самой Луне. И так далее. Тоже я еще не с этим не разобрался, но вместе мы... вместе мы силы и разберемся, конечно же, со всем этим делом. Итак, топливные баки. Баки у меня, конечно же, не айс, так скажу. Так, ракета у нас должна быть не больше 30 частей. Вот фигня. Так, тестовый... орбитр, назову просто орбитр. Буду писать по-русски. Нет, по-русски. Орбитр. Битер. Ну, русский шрифт тут, конечно, такой громоздкий. Сразу сохраню и улучшу наш этот ангар. Для того, чтобы я мог строить больше. Нажимаем правую кнопку мыши на Vehicle Assembly Building и нажимаем Upgrade. Max Parse Support 255 Basic Action Groups Available. То есть я могу создавать группы на кнопке, допустим, 1, там открыть панели, 2, там это сделать. Я думаю, понятно. Ух, как бабло-то уменьшилось. Жесточайше. Еще никогда не сделал. Уже требуется вот такая вот обновка. Но нам надо в атмосферу, поскольку я не дикий профессионал в этом деле. Нам надо... более такую громадную вещь. Так, декуплер. Декуплер, кстати, отщепенивается именно от стрелочки вверх. Он разделяет корабль и как бы разгерметизирует вот верхнюю часть, ну, в сторону стрелочки. Ну и сам немножко из-за этого отодвигается. Я думаю, я понятно изъяснился. Я стараюсь. Так, это нам дожигать. Сейчас еще сделаем вот такую вот вещь. Нажимаем Alt, держим, нажимаем на детали, копируем. И вот так вот. Кнопочка копируем. Сколько уже? 8. 8 тысяч! Охренеть! Просто я в шоке. А нам же надо еще какие-то эти протестировать. Мы сейчас посмотрим. Так,
Сделаем вот так вот. Копируем вот эту часть. И сделаю тройную. Тройную, да? Чтобы все было так симметрично, аккуратненько. И ракета уже стоит 17 тысяч. В принципе, недорого. Так, что я еще сделал? Поставлю нос. Все для аэродинамики. Все. Все для нее, родной. Поскольку детали у нас здесь одинаковые, расходоваться они будут одинаково, я их не буду скреплять, ну, декуплеры используют на этой части, что там. Масса, блин, здоровая, 34 тонн, уже 34, максимально допустимые, 18 тонн, придется это дело немножко передумать. Ладно. Это на орбиту не выйдет, наверное. Ну, конечно, при умелых руках оно все выйдет. Так, смотрим задание. Бак. Бак нам нужен. Как это? Бак. Бустер. Вот они. Вот они, эти бустеры. Три-то я... Нет, не смогу. Надо поставить декуплеры хотя бы. Я знаю, как я сделаю. Я поставлю один. Если что, просто тупо копирую. Просто копирнул. Все ради теста. Инженер там нам уже показывает. Я еще не разобрался. Многие в группе там по Керблу сейчас упоминают вот эту дельту В. Это что-то там для ускорения или безопасности. Я еще не понял до конца. Для чего это? Что это? Вот оно уже с одним контейнером превышает. Ладно. Хрен с вами. Я уменьшу количество контейнеров. Здесь. Потому что это все тяжелое. Очень, очень тяжелое. Блин, да, зря выкинул. Выкинул детали. Не помню, какую клавишу нажать, чтобы вернуть предыдущее состояние. Ну, блин. Очень много горячих клавиш в ангаре есть. Так. Ну, две как минимум, да? Хотя бы две. Давай. Давай, ты сможешь. А, 25 тонн, ё-моё, да что ж такое-то? Что ж ты такой тяжелый-то? Чтобы сделать. Я знаю. Я нашел решение. Проблемы. Просто и со вкусом. Мы делаем вот так вот. Хитер-бобер. И ровно. Ровно 18 тонн. Это даже крылья, блядь, не поставить. Просто крылья не поставить. Что ж такое-то? А надо... Надо, чтобы стабилизировать ракету, надо хотя бы здесь три крыла. И на верхушке. 18-1. Все. Мы не можем лететь. Чтобы удалить. Ух. Из двигателей у нас какие-то Г, да? Проблема. Ладно, я сделаю вот так вот. Последний бак будет такой вот маленький. Я смогу поставить крылышки. А здесь... Вот такие вот. Маленькие. 17 тонн аппарат сейчас весит. Полетит, не полетит. Хрен его знает. Если мы разобьемся, мы потеряем деньги. Так, проверяем. Ускоритель. Ступень. Двигатель. Ступень. Да. Еще двигатель. И рассоединение. И соберем пути науки. Так, все наушники. Ну и вперед. В принципе, постройка корабля окончена. А, кто же полетит, наверное, Джебедай Герман.
Самое геморройное в тестах, то, что непредсказуемое, как поведет себя ракета. А, мой стартовый стол, он, наверное, не может выдержать больше. Это не стол, так, насыпь какая-то. Так, контракт. Орбит, рекорд скорости. Кстати, надо было поставить на двигатель ограничения. Не поставишь сейчас на ускорение. Ну ладно. Джабадай доволен. Так, что у нас сейчас даст? Ой, мало. Мало. Не-не-не. Я пошутил. А, кругу репорт. О, вообще ничего. Ладно. Поехали. О, еле тянет. Не, такие бустеры нам нафиг не нужны. В принципе, это с одной стороны хорошо. То, что в нижних слоях атмосферы мы просто не спалимся. Нафиг. Ускорение, в принципе, довольно-таки приличное. Целых. Ух. А вот то, что ракета почти неуправляемая, куда-то наклонилась. В принципе, фил бустер. Надо, можно, кстати, было на него парашют повесить. И чтобы он плавненько спустился, и мы не потеряли деньги за то. Мы, к нам вернулись бы деньги. Так. Отчепенимся. Отлично, вот этот двигатель уже управляемый. Тихо-т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 ихо. Не-не-не-не-не-не-не-не. О-о-о-о-о. Не падать. Да. Аккуратно, 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 все. Хоть как-то, фу. Чуть не эвакуируюсь. Всегда надо, блин, сейчас продумать систему эвакуации. Ну, на случай аварийной посадки, да? Немножко не в ту сторону летим. Посмотрим, что у нас там на карте. В принципе, еще не высоко. Кстати, чтобы планировать маршруты, надо будет апдейтить центр. Так, топливо можно сбавлять. Слишком высокий. Постоянно, если максимальный газ, это не всегда эффективно. Эффективнее где-нибудь вот на среднем уровне держаться, и топливо съедается более-менее так нормально. И, соответственно, вот видите, масса лишняя ушла. И в перегрузку, вот я ориентируюсь по перегрузке. Так, что у нас там? В принципе, 64, это можно на этой высоте сделать орбиту, я думаю. Так, сейчас я могу варпать до этой высоты? Да не, у меня сейчас с планировщиком полетов вообще никакого. Ну ладно, мотнем. Я стал немножко. Ну, давай. Главное, так сказать, не потерять момент. 64. Можно, в принципе, уже начинать закругляться. Хватит ли топлива? Вот в чем вопрос. Иначе Джебедая придется спасать. На орбите. Так, посмотрим, что нам дадут. Берем. Здесь что дадут? Нет. Топлива не хватит. Блин, это даже брать не хочется. Ну ладно, попутно-то, чё бы не взять. Круг репорт, 4,5. Ладно. Электричество уже не еще есть. Немного потрачено было на все. Больше потратилось бы на передачу. Так, ну сейчас будем входить в атмосферу и в водичку прямо. Орбитер получился неорбитным, да? Видите, сейчас SAS-модуль отключен, и корабль чисто летит по инерции. То есть мы стабилизацию выключили, и просто вот включаем вращение, и он сам по себе, пока сейчас в атмосферу не войдет. Да... Джебедай, как всегда, рад. Самый лучший пилот, наверное, на Кербине.
Главное, чтобы ножки не спалились. И все путем. Все будет хорошо. Сейчас мы... Я, по-моему, не брал здесь пробу вот на этой отметке. Кстати, на планете есть биомы разные, там типа лесной, горный. И в них можно получить разные результаты исследований. Можно много чего пособирать на планете, когда особенно изучится, улучшится центр космонавтов, подготовки космонавтов, то уже можно будет брать образцы грунта. И это дополнительные очки науки. Так, все. Смотрим. И как-то тухло. Все. Все, как говорится, все. Раскрываем парашют. Мы тут, что так быстро оно пролетело. Раскрываем парашют на скорости не меньше, не больше, стараться 260 метров в секунду. Здесь даже можно вот save to deploy, in save, сейчас небезопасно его открывать. Смотрим. До сих пор in save, 280. Небезопасно. 260, все, безопасно, открываем. Вот он желтенький, ему уже хреново. Если красный, очень хреново. Как, какие ножки? Ножки так не пригодились, оно в океан. Ножки не нужны. Сейчас на определенной высоте можно ориентироваться и по этому, по этой высоте, потому что эта высота на, над уровнем моря. Если какая-нибудь гора, то это уже не катится. Надо смотреть либо в инженера, либо вот, вот сюда. Радар отлетит. Альтитюде. Да. Текстурки-то я поубавил. Хорошо, я смотрю. Блин, да что ж ты. Может, кстати, сразу добавить их? Я, блин, все выключил. Было 30, давайте 35 платка. Просто громадные ракеты, лаги такие прям ужасные. И чтобы как-то сбавить это все, я, блин, уменьшал графику. Ну а как-то не улучшилось. Может, со следующей загрузки, я не знаю. Так, мотаем, мотаем. Время идет наше с вами. Ну, в принципе, тест мы произвели. О, кстати, лучше не баловаться вот этим. Непосредственно при контактах всяких, иначе можно, блин, разбиться. Или большие крафты бывают, они просто с ни того ни сего, когда мы варпаем время на такую вот... Не знаю, как сказать. Так, ты у нас плавал? Джебдай. Ну-ка, вылази. Давай. Его репорт. И залази. Купаться мы с тобой не будем. Ты все равно не можешь брать пробы. Пробы не может он брать. Так. И что мы заработали? Куча денег прохерили, конечно. 60 сайнсов. Не особо-то много. Детали. Он, с возвращенных частей я всего 4200 забрал. 2. Репутации добавил, отлично. Итак. О, я могу какие-то детальки, что ли, забрать? А, это быстрый старт, нафиг. Надо посмотреть. А, ну вот, Макс весил сайз. Сейчас. Или это будет 20 метров. 21, 18 апдейдим, и сразу высота, и 140 тонн. Ох, стартовый стол стал лучше. Для расчета маршрута надо... Ой, нет. Так, что там еще есть? Что-нибудь дорогое. Да. Одни тесты.
декуплер. Вот спецификация теста декуплер Кервин на escape траектории. Блин. Радиаз. Суборбитер. Да мы еще так не вышли-то нифига. Да, не особо тест. Liquid Fuel Engine МК-55. О, а вот это вот можно взять. Тест. Вот, кстати, у нас есть вот этот двигатель. Survival. Liquid Fuel Engine. Мы возьмем вот это вот. И больше ничего не можем. Вот нам дали немножко авансу. На двигатель-нибудь. Кстати, некоторые улучшения, когда уже перестанут быть доступными, надо будет улучшать еще и исследовательский комплекс. Так, что у нас здесь? Space Y. Это из дополнения. Ой, из дополнения, из мода. Моды у меня не читерские. Ну, кроме Мерджепа. Но я им не собираюсь читерить вообще никак. Так, что надо? А здесь что, пусто? То есть, это как? Хм, интересно. Так, что у нас здесь? Вот это вот вообще все надо бы. Но вот это вот тоже надо. Здесь fuel tank. В принципе, если у нас появится fuel tank такой, дальше, конечно же, еще круче. Вот это вот нам нужно будет. И fuel line, труба для перекачки топлива. Adventure construction. Да. Когда-нибудь, может, конечно, на Луну отправить ровер, но это надо будет вот эту фигню. И хотя бы такие вот батареи солнечные. Ух, нужно сейчас вот это вот все-таки. Как ни крути, как ни верти. Надо. Надо, Федя, надо. Так, ну мы сейчас можем построить еще более мощнее ракету. Орбитер надо улучшать. Так. Посмотрим, что есть. Один. Мой мучительный первый корабль. Я его, пожалуй, удалю. Угу. Это все останется по науке, да, то, что мы будем использовать. Здесь, что я сделаю? Уберу вот этот бак. Ставлю этот. Здесь. Уберу вот этот. И поставлю два вот этих. Так, еще надо посмотреть, что у нас там с движками. Сильно длинная ракета, конечно же, здесь особо не катит. Так. Вон у нас стоит. Это двигатель. Высота. От 0 до 60. В принципе, выбора двигателя-то у нас особого нету. Сейчас мы это уберем. Ух-ух-ух-ух. Так, что надо? На Кербине в полете. Высота от 0 до 6000 метров. Скорость от 300 до 800. Значит, делаем такую приблуду. Вот так вот. И вот так вот. Главное, чтобы это все много не весило. В принципе, 140 тонн у нас запас большой, лишь бы денег хватило. Как говорится. Я поставлю вот эту. И копируем вот это вот все дело. Конечно, можно было подлиннее, потому что вторая ступень у нас такая же. Нет. И мы сейчас не так сильно ограничены в нашей массе и высоте. В размерах. Здесь и габариты всякие указываются. Просто. Просто всякие. Три сможешь. И орбита наша, мы покорим эту орбиту. Да.
Можно сохранять запчасти для экономии денег. Но это сколько парашютов надо сюда всадить? Интересно. А давайте проэкспериментируем. Хотя масса большая, надо что-то считать, высчитывать. Пусть оно разбивается. Так, ты что так хреновенько посадился? Вот так вот. Сажаемся. Садимся, сажаемся. Садимся. Так. И сейчас я поставлю ускорители вот в эту точку. Space Y. Это большая херня. Денег, в принципе, у какая. Надеюсь, она стоит своих денег. Ух, вещь. Так. В принципе, готово. Сейчас я расставлю всю аэродинамику. Вот так вот будет это выглядеть. Далее. Мы же здесь еще полетим. Можно проверить центр массы. Главное, чтобы он не был высоко. Подъемная сила ниже центра. Не знаю, хреново это или нет. Центр. Блин, не вижу. Дельта мешается. Центр. Подъем. Да, вот подъемная сила. Центр подъемной силы. Она может, если смещаться в каком-нибудь сторон, то это будет хреново. Все вроде в центре. Где надо. Лучше каждую ступень, конечно, так проверять. Центр of Trust. Ладно. Вот такой вот шип. Сюда еще три. Ну, сейчас-то ты увидишь на орбиту, я надеюсь. В принципе, это вот даже лендер... Не, лендер еще не готов. Немного изменить, и будет лендер для Долуны. Хорошенький такой, маленький. Так, сейчас посмотрим. Три ускорителя. Это мы сюда. Это сюда. Все стартует вместе. Отсоединяются ускорители. Потом... Это запускается двигатель. Это двигатель. Это. Все отлично. Ты полетишь? Ну и на запуск посмотрим, что вышло. 29947 кредитов стоит эта ракета. По карману небудь бьет конторы-то. Но у нас сейчас тест двигателя, за который нам заплатить. Еще бы эти двигатели. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот как тут без держателей. О, и без крепежных деталей. Вот он, Кракен приходит, друзья. Кракен приходит. Быстро. Это из-за быстрого ускорения. Надо было их ограничить. Цимбал. Они еще управляются вообще замечательно. Джебедай в восторге, но это колбасня, не особо радует. Оно сейчас выключится. Очень большая скорость. Очень большая скорость. Так, так, сейчас она успокоится, и я оценю декуплеры. Декуплеры. Ступени тут не нужны. Фу, блин. Чуть наш полет не накрылся. Все-таки проект ракеты. Давай, 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 ты сможешь. Блин, Джабадай. Мы потеряли кучу бабла. Все из-за того, что эта фекалина не хочет лететь. Давай, давай, давай. Выпрямляемся, выпрямляемся. Давай, давай, давай. Во, отлично. Полетели. Так, по контракту. Я чё? Я использовал двигатель. Чё вы врете-то? Или чисто на них, без ускорителя. Да, я вообще в какую-то не ту сторону еще лечу. Да ладно. В принципе. Главное, выровнялся. Это самое главное. Так, посмотрим на вот этой высоте, что нам
покажет. Мало, 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 мало. Высота какая? 50. Вот хватит. 67. Отличная высота. И только... Давай, как-то выключайся. Первая ступень еще даже не сработалась. Отлично. Джебедай доволен. Не знаю, в космос он еще, по-моему, не может выйти. Все. Быстренько, давай, давай. Вот есть там стабилизаторы. Он как-то не хочет. У Джебеда еще мало опыта, чтобы именно по точкам ориентироваться. Но это я потом позже объясню. Разгоняемся. Это точка ускорения. Но буду говорить так. Точка ускорения. Орбита. Все ради нее. И все ради нее. Просто. Ну блин, почему вот это не выполнилось? Вот минусы теста брать. Так, много топлива сразу не жрем. Видите, как намного экономичнее получается здесь на какой-нибудь средней тяге идти. Пока ступень. Делаем орбиту. Вот такая вот неаккуратная будет. Постараюсь где-нибудь здесь приземлиться потом. Прикербениться. Правильнее будет сказать. Прикербениться. Давай. Ну давай. Господи, ты быстрее можешь-то. Почему не сработало? А, типа вот... А, понятно. От 0 до 6000 метров и детальку эту чпокаем. Отчпокиваем от нас. Кстати, мы не так высоко. Но на орбиту вышли. Лучше, конечно, увеличить орбиту. Вот таким путем. Вот так вот. Отлично. Смотрим. И здесь нормально, здесь начнется торможение. Я сделал некрасивую орбиту, да? Так, зато скорость побили. Хоть что-то. Орбит Кербин. Я выполнил орбит. Или что, вам мега идеальный орбит, что ли, нужно? Надо здесь увеличить перигей, буду так называть. Периапсис. Периапсис. Перигей будет. Как это многие привычно говорят. Топлива не слишком много надо для такого маневра. Потому что это не орбита. Это так. Там высота очень маленькая. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У меня дикое количество энергии тратится, когда я выполняю маневр. И, кстати, зря ускорял с САСом. Так, ускорение. Смотрим. Хватит. Все. Так, и что мы здесь можем? Какие анализы провести на этой высоте? Сразу посмотрим. Я не... Отмазался, наверное. Так. Посмотрим. Замечательно. Крю-репорт. Джебедай. Орбит. Да. Нужно именно за шкалу туда. It's very round. Good. Так. Ну, этот, наверное, на сотни возьмем. Вон, Муна. Ман. Вообще, Ман, да? Как-то. Ман. Не мун. Мун. Это мун. Луна. По-английски. Это ман.
не знаю. Ну ладно, будем называть, как называют это все. Муна. Скоро будем планировать полет на Луну, если будет, конечно же, соответствующее задание. Можно уже планировать делать крафт, уже, в принципе, достаточно будет нам сейчас деталей для полета на Луну. Буду так называть. Луна. Ты выйти можешь? Нет. Выйти не может. Ну чё, домой? Топлива мало или много? Можно, кстати, протестировать двигатель. Попробовать. От 800. А, надо от 300 до 800 метров. Использую двигатели на высоте от 0 до 6000 метров. Да. Нехило так. Так. И сейчас. Сейчас что я сделаю? Сейчас будем делать орбиту так, чтобы больше тормозить об атмосферу. Разворачиваем. Вот наш навигационный шар. Так. И на точке торможения. Задние точки. Хватит. Там уже будет тормозить и все как надо. Так, конечно же, смотреть. Вышли мы на орбиту с вами. Рекорд скорости, но вот двигатель так не протестировать придется. Новый этот брать. Сейчас будем тормозить в атмосфере. Попробую тормозить с помощью двигателя. Можно и так, да, делать. Либо. Я не знаю, блин, как бы вот это вот все не сгорело. Скорость бешеная. Вот. Начинаем входить в атмосферу Кербина. Главное, я один раз прохерил все электричество и не хватило электричества на... на раскрытие парашюта. Слишком много маневрировал. Так, вектор торможения. Пока вот так вот у нас как-то разберем ракетку, корабль. Это для меня все корабль. Это наш маленький новый корабль. Джебедай вечно радостный. Так, как тебе повернуть-то поудобнее? Ну ладно. Орбита у нас не особо удобная. Так, надо ускориться. Это будет долго, блин. Вот, все. Я сфоткаю. Отлично. А фотки делаю я не через Steam, а делаю через Windows 10. Так. Ух, жестокий вход. Ну не особо, двигатель, он как бы устойчив к высоким температурам. Все, орбита ушла. И мы где-нибудь здесь должны... Тут пасхалочка вообще. Может даже хватит на... Именно протестировать двигатель, я не знаю, как оно будет. Наверное, никак. Ладно, пока так тормозится, ничего не перегревается, и отлично. Можно смотреть. Ну все, апогей все упал. Стала точка нашей максимальной высоты. Апогей. Впереди минимальная точка. Так, ну вот, вот где-то вот тут вот. Ну скорость как-то слабовата. Ну вот это вот, в принципе, правильное торможение. Это надо тормозить. Сейчас что-нибудь да отвалится. Это ноги, по-моему. Да. Перегревается. Чуть не отлетели. Ладно,
Ладно, двигатель потом, вот теперь крылья. Маленькие крылышки перегреваются. Взрываются они, будь здоров, блин, не знаю. Как будто целый бак с топливом взорвался. Так, все, тормозим опять. Такое делают. В этой версии очень все сложно с этим. Это еще нормальный уровень сложности, а если максимальный, там вообще, наверное, хардкор, вообще пипец. Реалистичный. Все на аэродинамике. Ладно, откусываем лишнее. И здесь уже не страшно, здесь у нас есть хит-шилд. Так, все. САС выключаю. Система автоматической стабилизации САС. Ну, поскольку он тут тяжело, наверное. Тяжелая деталь улетела. Сейчас бабах. Да, лепота. Так, можно на вот эти вот горячие клавиши включить все огни, которых у меня нету. Есть gears. И тормоз для колесиков. Это смягчит наше падение. Открываем парашют. И вот такое вот будет прикербинение. Электричество еще дофига. Просто. О, деталь дошла до точки. Вот, кстати, местность. Смотрим. Да мы сейчас в кабине посмотрим. Вот наша высота. А вот реальная высота. Высота по радару. Вот это вот. Да и маленькое окошко какое-то. Отсюда можно управлять тягой. Всеми делами. Когда несколько членов экипажа, мы, конечно же, можем их видеть. У него шнурки развязаны. Джебедай, завяжи. Так, вот скорость, правда, 7 метров в секунду. Это от этого части разваливается. Так, ну я, в принципе, уже на глаз можно увидеть в некоторых местах. Такой вот, кстати, баг. А-ля тень. Все, отлично. Ножки помогают, выдержали. Look Super Sessions. А, ну вот амортизация. Нам помогла сохранить все детали. Джебедай, не хочешь прогуляться? Let's go. Давай, 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 прогуляемся. У него есть здесь... А-ля джетпак, да? Для этого. Инвертор откаса. Но я с собой ничего не брал. Ну ладно, в любом случае, все пригодится. Сначала я уже не заберусь без лесенки в сам наш модуль замечательный. Так, 30 науки, это мы сейчас только с этого собрали. А теперь... Тихо-тихо-тихо, чуть не вышел. Тут, кстати, надо трекинг стейшн улучшить. Заберем наш орбитер. 110 науки. Великолепно. Crew report this in space high over Kerbin. Crew report, ну, буду так называть, на большой орбите. На большом отдалении от Kerbin. Ну, так скажу, да? Material стадия. Это исследовательская фигня, которая большая. Mr. Ego Observation while in space near Kerbin. И, конечно же, Mr. Ego Observation while in space high over. То есть, близко к Kerbin, это мы с вами открыли Mr. Ego на высоте 100 километров, да? А здесь мы открыли, какая у нас там максимальная, 500, что ли, была? Ну, почти 500, да? И за то, что мы вернулись, нам 10 науки дали. Части. Что вернулось? 2400 мы вернули. Заработали 286, я думаю, да, по-моему. Крю не было. Крю. Вот, кстати, дербис какие-то. А, вот на орбите осталось. Да, вот сейчас летит. Все в реальном времени.
все ваши действия, все постройки в ангаре. Кстати, не разводите много мусора, его можно уничтожить. А то редкие случаи, когда, конечно же, если вы построите станции, и вдруг эти две траектории их не вдруг пересекутся, и будет, поверьте, невесело. Если станция разлетится в щепки, так было. Это, конечно же, шанс маловероятен, но у одного человека это все-таки произошло. Блин, вот, а улучшать надо, скоро, блин, полет. Ладно. Так, что здесь? Наверное, чтобы вот это вот открылось, надо апдейтить исследовательскую станцию. 100. Что мне надо? Мне вот это вот надо позарез. 65 науки. Мало. Вот, да, по-любому вот надо улучшать, если такая херня. Вот такая вот. Нет ничего. Свет. Свет. А когда на Луну летишь без солнечных батарей, так это вообще надо. На что бы еще потратить? Вот это вот? Ну, на это я точно не потрачу. Хотя вот это вот надо. Да. Вот это вот надо. Да вообще все надо. Вот это вот тоже надо. Вот это точно надо, вот этот вот Small Inline Reaction Wheel. Блин, дилемма. Но больше всего вот это вот, конечно же, надо. Держатель ступеней. Ладно, возьмем совершенно ненужные. Так, посмотрим, сколько стоит. Ух, да. Итак, друзья, на этом я закончу серию. Вышла длинная, но продуктивная. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте пальцы вверх, не забудьте подписываться на канал, если вы, конечно же, не подписаны. Я думаю, мы достигнем чего-нибудь и не запорим нашу космическую программу. Иначе придется перейти чисто на исследование. Но это уже совсем другая история. Ну и всем пока.